И мы продолжаем наш период короны, который прыгает то вверх, то вниз, то все это непонятно. И период интересный, если замечать, как Бог двигается и что Он делает, но в то же время очень волнительный и непонятный. Кто-то от этого пострадал, может финансово или что, кто-то нет. Но по большому радикальных вещей не происходит. И я думаю, это и есть самое опасное. Потому что когда радикальные вещи происходят, то люди как-то больше стоят на страже. И мы уже ранее об этом говорили. Но когда есть такая щегра, мне немножко кто-то помогал иногда, когда я слова забыл, рутина. Когда есть такая рутина, то мы начинаем немножко засыпать. И мы уже ранее об этом говорили, что Бог двигается, Его Царство двигается, нам нужно находить свое место в этом движении, надо понимать, иметь какую-то мудрость. Не все просто так, и мы знаем, что Бог сейчас намного ближе, и Он что-то, чего-то делает. И нам нужно как-то в эту Его программу тоже подключаться. И я сегодня буду говорить о всем нам известных вещах, и не то, чтобы научить чему-то новому, но чтобы вспомнить хорошее, забытое, старое. Именно немножко подумать и, может, обновиться в уме в этот особенный период, потому что вещи творятся, и мы не все замечаем, и нам нужно замечать, как тем больше вещей, тем лучше. Особенно в этот особенный период, где ничего не случается, можно так сказать. Да? И есть у нас продвижение и изменения в общине, все мы это видим, и уже 1.5-2 месяца мы тут что-то химичим. И пытаемся, потому что Бог ведет, и пытаемся за Ним успеть. И есть продвижение общинное, да? Но очень важно, чтобы было личное продвижение всегда. Это тоже очень важный принцип, чтобы был этот личный уровень. Но вопрос, зачем нам все это надо, можно просто переждать этот период, пока он пройдет, и в принципе ничего не делать, и сидеть на месте. Да? Но это не совсем библейский принцип, потому что принцип Библии — это всегда улучшаться, всегда понимать больше, и Царство Божие двигается, мы не можем опаздывать. Мы должны понимать, где мы в Его в рядах. Если мы считаем, что мы часть Божьего Царства, мы должны понимать, какая наша функция в этом царстве. И также написано, что в последние дни многие люди отпадут от веры. Это есть в Откровениях, это есть и в Деяниях, это везде в Новом Завете есть. И вопрос, почему, есть на это много-много разных причин, но это факт. Будут времена очень тяжелые, и люди будут отпадать от веры, как мухи падать. И нам это может не совсем понятно сидящим тут, но если мы посмотрим направо и налево и на наших знакомых, которых тут нету, то можно сказать уже, что такие вещи происходят. Кто-то в эти особые периоды, он наоборот растет, получает какие-то новые откровения и хочет еще делать, еще и еще для Бога, и для улучшаться лично, а кто-то просто оставляет, и его эта рутина непонятная просто забирает с собой, не то, что там он пошел там какой-то грех, просто уселся и сидит. И это факт, люди отходят. Я вижу это, так как моя большая деятельность с молодежью то же самое. Всегда есть кто-то, что в особый период, он наоборот хочет еще, еще, еще. И вы тут видите людей, которые на сцене иногда, эти люди пашут для Бога именно очень много. Есть такие, что просто раз, и ты видишь, что их нету. И это также написано, я думаю, этот корона – это не конец, да? Это, может быть, какие-то такие репетиции конца. Да? Потому что в мизере мы видим, что может быть дальше, и нам нужно это пробудить. И поэтому я назвал этот маленький урок, скажем так, «Шаг вперед, два назад». Иногда это случается в нашей жизни, мы можем сказать по разным периодам, когда я иду и что-то делаю, все такое, и потом усаживаюсь и делаю 2 шага назад. И когда ты идешь шаг вперед, а 2 назад, это называется, ты просто в лучшем случае топаешь на месте. А это совсем не хороший период. Есть такие люди, что да, у нас есть периоды, несколько дней, несколько недель, там всякие, может, тяжелые, но есть периоды у людей, которые это и по 20, и по 30 лет, и по 10 лет, просто ходят в общину и
покрывает стулья, есть какой-то такой взрыв, что у них там какое-то откровение, потом опять падают. И это типа и нормально, типа ненормально, но когда придут вещи посерьезней, как один из этих периодов, то эти люди очень быстро упадут. И что же нам с этим всем этим делать? Давайте начнем читать притчи 29:18. И тут написано, что же нам нужно для продвижения. Все мы знаем эти места, это нечего нового. Почитаем 18 и 19 тоже давайте. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается». Тут говорится три вещи. Какое-то откровение, человек не обуздан, и насчет раба. Да, когда мы нанимаем раба, мы уже не нанимаем раба, но когда человек раб, все, что творится дома, ему неинтересно. Ему поставили задачу наложить сено, убрать там за скотом, и сделать еду. И ему не важно, что это сделает лучше семью, или там его босс будет радостный какой-то, ему это все неинтересно. Он делает свои функции, он может даже не понимать, зачем это делает. Ему сказали, построй тут стену из кирпича, он построит. Он не знает, что это будет дом или какой-то, может, храм. Ему это все неинтересно, и поэтому закон его никакому откровению не приведет. Закон это и наставление, что мы получаем, это хорошее начало теории, это все теоретически. Но если у нас не будет этого личного откровения, то нам ничего не поможет. Мы даже толком не можем Библию понять без личного откровения. Откровение, которое приходит от Духа. И написано, что народ не обуздан. Что значит не обуздан? На иврите написано «блиахазон и фара ам». Ам муфра. Муфра, если мы возьмем этот корень, пейрейш айн. Если вы знаете, что такое, это бунтарь или кто-то очень буйный. Тот, кто всегда делает против того, что ему говорят. И когда нет личного откровения от Бога у человека, то он становится буйный, потому что он не понимает, что он делает. Ему дали закон, сказали, это хорошо, это плохо, и так делай. Он может это делать на автомате, теорию он может это понимает, но не понимает, зачем. И он становится как раб. Раб ему не важно, что дома творится, он знает. Хороший пример этому — это наши братья религиозные, которые просто молятся, не всегда понимают, зачем, потому что так сказали. И потом приходит какой-то мажбер, какая-то ломка в жизни, да. И вот это личное откровение, я говорю именно за первое откровение, которое каждый из нас может помнить, а может еще не дошел до этого, это есть, как называется, рождение свыше. Это что-то сверхъестественное, что-то, что дало личный какой-то движок в нашей жизни, что мы поняли больше, чем буквы, которые написаны. Мы, может, какой-то прошли период или день. Все, кто познал лично Господа, знают день или какой-то там несколько дней или период, что да, это случилось. Я познакомился с ним, я встретился с ним и, может, даже ни одного слова в Библии не почитал. Обычно откровение приходит до того, как мы еще там учимся и читаем. И это очень важный момент, который был у нас в жизни. Иногда мы его забываем. И есть люди, которые могут и там 10, и 20 лет ходить в общину, и они этого момента никогда не пережили. И тут надо задуматься, да? И без этого момента, как говорится на русском, хоть ты тресни. Ты не уговоришь человека, что есть Бог, что там есть система какая-то, там есть ад и рай, все это теория. Если он не поймет это лично, и это важно, когда мы имеем детей, да, мы можем делать максимально все. И быть совершенными родителями, и показывать им примеры, и Библию толкать целыми днями. Пока человек не встретится один на один с Богом, это то же самое, как если мы уподобаемся этим овечкам, да? Это то же самое, что есть овечка, в которой нету жизни. Это тушка. Если мы этих овечек будем таскать в собрание, будем ложить их на стулья, две вещи будут. Они начнут вонять и блеять, потому что они не понимают, что делать, они начнут жаловаться всегда. Им неинтересно, им некомфортно,
Я это слышал раньше от молодежи, Миша Амемли, мне скучно. Понятно, что тебе скучно, ты знать не знаешь, что ты сидишь. Потому что мы тебя тащим в здание, чтобы ты слушал, что мы тебе говорим. Мы не толкаем тебя на какой-то духовный ницоц, искрок такой. Это то, что должно иногда идти первое, перед тем, как мы впихиваем в человека информацию и закон. И этот момент мы должны его всегда вспоминать. Почему? Потому что когда Давид, помните, говорил, всегда я вспоминаю, что ты Бог сделал со мной. Он был в ужасных ситуациях, и все, что он пытался вспомнить, это те периоды, которые Бог сделал, эти личные встречи с ним. И это то, что его поддерживало этот период и поднимало вверх. Да? Ведь особенные периоды, которые были у Давида, их было очень, очень немало. И что же это откровение делает? После этого откровения свыше человек не может ни в какой ситуации остаться прежним. Это невозможно. И мы позже посмотрим примеры встречи Бога и людей. Это просто невозможно. Если ты думаешь, что ты встретил Бога, и после этого ничего не изменилось, это ты никого не встретил. Это было, может, какой-то моментный хай. Например, ты пришел на какую-то конференцию, и там, да, было сильное присутствие Божие, и на тебя попало, да? Как-то волна пошла, тебя ударило, и ты такой, аллилуйя, как классно, даже упал, может быть. Потом вышел и продолжаешь делать те же, да, значит, ничего там не было. Ты просто попал под чужую волну. Это мое мнение, может, со мной не соглашаться. Но что же творится, когда Бог, да, встречает человека, и опять мы будем читать всеми нам известные слова, Галатам 5. 5:22-24. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Машиаха, распяли плоть со страстями и похотями. Что значит плод Духа? Плод Духа – это то, что мы не можем повлиять никаким образом. Если ты целую жизнь ненавидишь самого себя и других, ты не можешь встать утром и сказать, сегодня я буду всех любить. И если у тебя нет терпения ни на кого, и ты всегда вспыльчиво реагируешь, ты не можешь встать утром и сказать, сегодня я не буду вспыльчиво реагировать, я буду себя воздерживать. Это невозможно. То, что мы читаем с 22 по 23 стих, вот эти качества, они возможны только если что-то сверхъестественное сделает нечто в нашей жизни. Когда есть встреча личная с Богом и с человеком, это он дает движение и дух. И самый лучший, я думаю, пример для этого – это в Бытие 2.7. Написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Как бы без того дыхания Божьего в того человека, это просто кучка земли, афар, эфир, все, что там, это каша-малаша, которая была. И Бог, если он это заберет, это остается опять вот этой куском земли и ничем. Но когда Бог вдохнул вот в это вот ничего, свой дух, свое касание, человек начал жить. Человек начал функционировать, человек начал стоять в своем каком-то призвании. Про Адама это очень хорошо можно понять. И потом мы видим даже в жизни Адама, когда он был ближе к Богу, дальше к Богу, видим, как он реагировал на эти ситуации. Но вот эта личная встреча, она производит какой-то движок. И когда мы, например, берем яблоко и сеем его в землю, вырастает дерево и дает плод. Да? Плод, что плод? Яблоки. И когда Дух дает вот это семя в нас, внутрь, мы начинаем, не хотя, может, или не понимая, мы начинаем проявлять разные плоды. И плоды мы видим, и любовь, и радость, и мир. Ты не можешь быть всю жизнь ходить как депрессивный человек и сказать, а, сегодня я радостно буду. Нет, это что-то должно быть функция намного выше тебя. И по своей жизни помню очень хорошо, я очень много, как это говорится, матерился. Ну, такой грязный у меня язык был, да? И ко мне лучше было не подходить практически целый день. У меня не было каких-то там часов посещения, что лучше не подходить. И я очень много ненавидел. Я был очень много лет в армии. До встречи Бога
только дай мне кого-нибудь в руки, какого-нибудь Мухаммеда, и я ему покажу, как я его сильно ненавижу. И потом, когда у меня да было, это просто маленький пример, эти вещи начали уходить сами. Я не молился, чтобы перестать мне обзываться, да, или там о ненависти невозможно. Ты не понимаешь, что ты ненавидишь всех, это просто в тебе живет. И первое, что я увидел, что когда рядом со мной начали люди материться или обзываться, я такой: о, как они некрасиво разговаривают. И потом я подумал, неделю назад я делал то же самое. И это одна из функций, что Бог начал делать. Ну, потом понятно, что и все. Но тогда я понял, что это и есть, это рождение свыше, это личная встреча. Бог встретился, поставил свое семя, и семя начало развиваться. Оно всегда развивается, оно должно развиваться. Если мы встретились за Богом 20 лет назад, а мы сегодня опять всех ненавидим и всех обзываем, проблема есть. Семя, наверное, завяло. Но именно есть вот это личное откровение, встреча с Богом, оно начинает делать движок какой-то. И мы, каждый из нас, кто это прожил, может указать на этот момент. Но если мы это сейчас слышим, и у нас не было такого, нам нужно задуматься и очень сильно молиться, потому что без этого мы просто никуда не идем, потому что у нас нет такой функции, как-то было так сухо, совершить молитву покаяния, да, система такая, через несколько недель сделать погружение в воду, жить, умереть, пойти в рай. Как бы это вообще в Библии написано, это система. Система намного-много больше. И я думаю, самый лучший пример — это с Ефесянам 1. Давайте откроем. Один, 17 до конца, кажется. «Чтобы Бог, Господь нашего Ишуа Машеха, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал в Машиахе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». И давка, я начну с конца. Зачем все это надо? Это не то, что это все для нас написано, что 22-23, все для Бога, все, что есть, все эти функции, вся вот эта вот движуха, это все. Бог есть все во всем. Нам нужно понимать, что когда мы что-то делаем, или когда мы что-то не делаем, и приносим ущерб телу Машеха, то мы делаем плохо всему ему царству. Потому что все, что есть, все эти функции, все процессы, все эти периоды, это есть Он, это все для Него. И мы просто должны понять, где мы в это входим, да? Есть важные глаголы, то, что мы сейчас почитали. Есть несколько вещей, которые нужно понять, что это откровение свыше, которое пришло и закрепилось, и начало давать плод, есть дальше целый план. Во-первых, нам нужно иметь, я буду бежать сначала, 17 стиха, «дал вам духа премудрости». Бог хочет, чтобы мы были мудрые и духовно интеллигентные люди, Его дети, да? Мы должны быть мудры. Что значит быть мудрым? Мы должны расследовать, мы должны понимать, что творится вокруг нас. Потом он говорит: премудрость и откровение. Опять откровение. Мы без этого откровения никуда не можем двигаться. Мы спастись толком не можем. Мы Библию понять не можем, когда мы читаем. Это начнет быть просто очень скучная книга. А с другой стороны, если у нас есть да, откровение и да, Дух Святой, каждый раз, когда мы читаем эту книгу, мы получаем новую информацию. Это одна из... самоманим, одно из знаков, что да, у нас все нормально. Если каждый раз я читаю, каждый раз получаю новую информацию, и опять-таки зачем написано «Дух премудрости и откровения к познанию Его». Все вот эти келим, как? Да, все вот эти инструменты, они все ведут к познанию Его.
Бога можно познавать бесконечно, до нашего последнего вздоха, дай Бог, 120 лет, вот так вот последний сделали и что-то узнали. Как бы нет такого, а я его знаю. Я его знаю, все окей, как бы мы дружбаны и все нормально. Нет, все вот это вещи, премудрости, откровения, откровения всегда не приходят, не один раз. Это все ведет к познанию его. Зачем? Опять-таки, не только чтобы знать и быть, называться мудрым и называть им каким-нибудь раввином или что, но чтобы функционировать. Дальше читаем. «Просветили очи сердца ваше, да вы познали, в чем состоит надежда призвания». Призвание – это уже работа. Балабай дает работу. Да, мы поняли, у нас было достаточно мудрости. И вот это личное откровение и познание его, чтобы понять, какое наше призвание на этой земле сначала. Там, наверное, тоже есть, но что мы должны тут делать, зачем мы родились? И обычно, когда спрашиваешь у 16-летнего, как, что ты хочешь делать, когда ты хочешь быть большим, он скажет, я не знаю. Ну, Баймет не знает, невозможно его судить. Нет ни зеленого понятия, потому что ему даже не интересно, в таком период мы живем. Если мы не понимаем, какое наше призвание в работе, в служении, в семье, то мы живем просто так. И это начинает надоедать, и приходят всякие червяки в голову, зачем я живу, мне скучно, мне плохо, мне неинтересно. Почему? Потому что мы можем откручивать назад, потому что у нас уже никакого откровения нету, и мы не стремимся к познанию. И опять-таки давайте пойдем давка вперед. Во-первых, призвание его и какое богатство славного наследия для святых. Мы еще, оказывается, какие-то святые, так нас обзывает Библия. Да? Но мы должны понять, что есть система, есть функция, если мы будем по этой системе идти, по-простому как бы сеферу раот, это как инструкция, то все будет нормально. Не будет все легко и хорошо, это невозможно, но все будет правильно. Да? В призвании наследие, и оказывается мы святые, так что мы должны держать какую-то планку. Да? И мы можем сказать, написать где-нибудь, пусть женщина особенно пишет, святая на мара, как на зеркале, и она будет одеваться по-другому. Я шучу. Но мы должны понимать, да, понимать всегда, что мы какие-то там святые, у нас есть призвание, мы должны понимать и искать этого. Если я живу сегодня, я не понимаю, что я делаю, это нехорошее состояние, мне нужно копать. И 19 стих мы еще дотронем. «И как безмерно величие могущества его в нас». Сам великий Бог всемогущий, который воскресил Иешуа из мертвых, он живет в нас. И все функции, которые он может делать, мы гипотетически тоже можем делать, влиять на людей, иметь какую-то власть в нашем доме, в собрании, в семье, если нам нужно, если наше призвание выходить из дома, из города, из страны. У нас мы несем с собой какую-то власть, как святые и как все его величие и могущество в нас. Как это использовать, он нам скажет в соответствии с призванием, которое нас призвал. Все это начинает работать как механизм. Для всего есть цель, для всего есть причина. Если тяжело, так надо. Но можно сказать, тяжело закончится и все нормально будет, или о, тяжело, что-то Бог делает. Я хочу понять, что, потому что мой дух так функционирует во мне. Да? И также наши близкие, когда дети или соседи, или кто-то с семьи, близкой или далекой, которые мы им трындим, они просто не понимают. Я думаю, нам нужно менять способ молитвы. Не, ой, я молюсь, чтобы он пришел в собрание и сел на стул, но чтобы у него было вот этот вот ницот, чтобы это было зажигание, чтобы он понял, кто есть Иешуа. И опять-таки я говорю, я вижу много в молодежи. Есть люди, которые, сколько мы там работаем, 6 лет где-то, ты видишь, что человек сам встретился, ты не можешь этому содействовать, ты не можешь дать ему пенек, чтобы он вошел в какую-то комнату, включить ему кнопочку и накроет его. Он как-то сам с этими теориями, которые всегда долбятся, он как-то сам получил, и он хочет сам приближаться к Богу, а есть такие, что не получили. И ты видишь, раз в месяц приходит сюда, а то вообще не приходит. И ты после 6-7 лет говоришь, ну, что ты уже можешь делать? Пускай. Пока его не накроет личное откровение, может через какую-то тяжелую ситуацию, Бог знает, как своих найти. И потом именно это личное откровение, оно начинает функционировать. И Писание показывает много примеров личной встречи с Богом или с Иешуа, да?
мы можем, тот же Моисей, когда он ушел с Египта, перед тем, как он ушел с Египта, он пытался, он понимал, что он родился евреем, он такой сильный и крутой, говорит, я попробую сам спасти и вывести народ. И он тогда убил этого египтянина, потом это, то, что он сделал, пришлось ему убежать. И потом только он встретил Бога. Да, это был этот период горящего куста. И Бог ему объяснил, что и кто главный, и зачем, и какие у тебя полномочия. И чудеса ему показал, чтобы он понял все эти функции, которые мы прочитали только что в Ефесянам. Мудрость, личное откровение, призвание и дальше продвижение. И он опять пошел, и уже это было от Бога послание, от него самого сильного. Соломон, например, хорошо начал. Мы это видим, он хорошо начал. Получил откровение, получил призвание, получил кучу мудрости. Но так как он не держал вот этот ницоц, потому что это всегда надо кормить, да, дух, в конце концов он спал. Мы видим, что история его кончается не очень хорошо. Все эти женщины, идолопоклонство. И можно сказать, как человек, который видел столько много чудес в своей жизни, стал идолопоклонником. Мы можем к Соломону далеко не идти. Я уверен, что вы хотя бы одного такого знаете, который... Я лично людей знаю, которые... видели много чудес в своей жизни, стали атеистами. И говорят, я атеист, Бога нет. Говоришь, как? Потому что он не поливал это семя, в которое в него вложили. И Соломон этому пример, слава Богу, что под конец образумился. Та девушка, которую словили при блуде, хотели ее побить фарисеи камнями, и пришел Иешуа. Это тоже личная встреча через очень-очень плохую ситуацию. Как бы ее жизнь уже была, во-первых, скоро должна была кончиться, а во-вторых, у нее в жизни был балаган, и в этот день она его встретила. И после того, как он встретил, он сказал ей, иди больше не греши. И после этого, во-первых, мы дальше не видим, что там с ней было, но изменение началось. Как она взяла дальше это откровение, мы не видим, но я почти уверен, что она... перестала всякими вещами заниматься, и да, у нее жизнь вообще пошла в другую сторону. Или самаритянка, когда Иешуа видел, пришел, у которой было там 5 мужей, кажется, да, у колодца он ее встретил. Он встретил, поговорил с ней, я не знаю, скажем, от силы час, рассказал ей что-то и двинул ей что-то внутри. И что потом было, мы читаем. Он ушел своей дорогой, она пошла в свою деревню, и что начала делать? Проповедовать. И люди начали принимать и спасаться, написано. Да? Это была ее функция. Она получила свое откровение, она получила свое призвание и пошла делать. Это мы видим, это мы читаем. Невозможно остаться одинаковым. Апостол Павел, когда его светом накрыло, он всю жизнь был одним из мудрейших, там, да? Это ученик Гамлиила и все такое. Он получил свое откровение, и в тот же день-два его жизнь 180 градусов изменилась, и он начал функционировать совсем в другом направлении. И ученики, которые приняли Духа Святого только после того, как Иешуа ушел. Если хорошо прочитать первые 4 Евангелия, мы можем понять, что 11 из 12 учеников ничего не понимали. Как бы они все хорошие, все мудрые, это мы знаем. Но до того, как Иешуа был распят, они ничего не понимали, кроме Петра. Они были просто... Ничего не понимали, ноль. Их посылали, говорят, иди туда. Они просто тупо шли, как говорится, по 2, по 3, по 5, неважно что. Но мы видим, что они не понимают, что делают, кроме Петра. Потом только они сказали, ты Машиах. И что случилось, когда его распяли? Они все вернулись рыбу ловить. Почему? У них не было зеленого понятия, что они делают. Их держали друг к другу, как это называется, эффекта Эдер, это эффект стада. Все и я пойду, как бы там интересно, еще и хлеба дадут. Как бы это так выглядит, это как бы мое мнение, но видно, что только Петр всегда говорит, ты Машиах, это один человек говорит в 4 посланиях, только Петр. А все остальные просто как гурьба народов, у них не было этого личного откровения, которое было Петра. Потому что когда Бог говорит с Петром, он говорит, любишь ли ты меня, и все такое, потому что это Бог тебе открыл, тебе. Ко всем остальным даже, в принципе, с ними не разговаривают. А когда уже разговаривают, то всякие глупости, и когда я умру, я хочу быть по правую, по левую сторону, все такие логистические вещи, да. Но когда они приняли Духа Святого, мы видим, радикальное изменение в их жизнях, во всех 12.
Они функционировали, понимали, они уже не боялись. Помните, когда Иешуа был распят, они все закрылись, а потом разбежались. И потом Иешуа, когда пришел, говорит, вы должны быть в одном месте и ждать, пока Дух Святой придет. И когда пришел, и случилось настоящее личное откровение и встреча, да, тогда они изменились, они начали стоять свой дух премудрости, откровения, понимали призвание и понимали, какая власть у них есть. Мы уже видим это потом, как они везде ходили со властью, и Бог делал через них чудеса, потому что только тогда они поняли. А так они ходили 3 года с ним, только так. И так можно ходить в собрание. Пришел, тут интересно, есть мозган, все хорошо, тут представления, тут поют, песни вроде нормальные. Но нет этого внутри, это доходит и падает. И мы должны понимать, что если у нас этого понимания нет, это очень-очень плохо и опасно. И нам нужно всегда возвращаться к тем корням и вспоминать о той встрече и пытаться не то что сделать то же самое, потому что мы уже на другом уровне, но мы, если мы понимаем, что мы уже оставили Бога и что нет у нас новых плодов, мы должны каяться, как говорится, это все в Библии написано, и возвращаться на тот путь, и это может быть каждый день. Сел утром, 7 вечера на кровати, думаешь, как я день свой прожил, и ты не полил это духовное семя ни разу в этот день. Ты встал просто как животное пошел. Пахать, что-то делать, что-то там развивать, непонятно что. А Бог остался дома. Ну, хай идет. Придет вечером, поговорим, наверное, я знаю. И ты садишься так, и бывает такое, да, суета, да, и думаешь, о, мы с Богом сегодня и не начинали, и не встречались, и не заканчиваем даже. И потом начинает такое, так как все нормально, и это было, еще есть огонь, то Бог говорит, ну, завтра начнем по-другому. И ты можешь завтра встать и начать все по-другому, и вписывать во все планы, и во все твои деяния повседневные. И когда мы будем лояльны в этих маленьких вещах, да, то Бог будет давать больше, больше вразумения, больше призвания и больше функций во царстве. Потому что в царстве его тоже есть как разные ранги. Кто-то полит огород, а кто-то там виночерпи или хлебодар. И я хочу закончить 2 стихами. Одно это Деяние 17, 27. «Дабы не искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворений говорили, мы его и род. И тут есть факт. Факт в том, что Бог всегда тут. Мы можем стоять к нему спиной, мы можем с ним говорить, может с ним не разговаривать. То же самое, когда ты сидишь на диване в салоне, а жена на кухне, например. Ты можешь с ней говорить, а можешь не говорить. Она там что-то делает. Да? Бог то же самое. Ты можешь сидеть, чем-то заниматься и знать, что он тут. И он тебе ответит, если ты с ним начнешь говорить. Если нет, он будет стоять. Он не насилует никогда. Этот факт мы должны понимать. И неважно, нам хорошо или плохо, он всегда находится в том месте, где и мы. И плач Иеремии 5:21. «Обрати нас к тебе, Господи, и мы обратимся, обнови дни наши, как древли. Неужели ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» И когда я читаю, тут есть в этом месте игра слов немножко, да? Написано «Обрати нас к себе, Господи, и неужели ты совсем отверг нас?» Бог человека никогда не отвергает. Это мы так делаем. Он говорит, иди отсюда, не нужен ты мне больше. Это нигде не написано такого. И то, что Иеремия пишет, это просто игра слов, он пытается быть такой мискен. Ну, мы должны прочитать всю плач Иеремии, что народ наделал до этого момента. Идолопоклонение, блуд и все вот эти функции, которые они сами себя отдалили от Бога. Иеремия говорит, обрати нас к себе. Почему он так молится? Народ же сам отвернулся от него. Тут надо делать немножко наоборот. Народ сначала должен перевернуться к Богу и потом молиться, но он пытается тут быть немножко хитрым, я так думаю. «Обнови наши дни, как древли». Опять-таки мы говорим,
те дни, которые мы горели, всем рассказывали, и молились часами, и там Библию там залпом ели, да. И он говорит, те дни, когда народ был близко к тебе, мы хотим те дни опять прочувствовать, так он и молится за свой народ. И опять-таки, неужели ты совсем отвергась? Бог никого не отвергает. Это мы просто разворачиваемся и начинаем идти совсем в другое направление. И вот эта молитва, чтобы обновление, да, когда мы понимаем, что мы должны иметь обновление, Он нам очень хочет в этом помочь. Нам нужно обратиться, сказать, обнови нас, Господи, и мы обратимся. Помоги нам чуть-чуть, потому что мы так уже упали, что самим этим болотом иногда не выйдем. И очень важный факт, Бог никогда никого не отвергает просто так. Он нам дал очень сильную функцию, мы его творение, мы похожи на него, да. Он нам дал право выбора, мы можем выбирать, что хотим. У каждого нашего выбора есть тоцаот, это как? Результат, да. Вот выбираем, есть результат, мы должны это понять. Но мы имеем громаднейшую силу делать то, что мы хотим. И всегда есть время, пока мы живы, вернуться назад. И это факт, это просто библейские принципы. И те из нас, которые иногда усаживаются на месте и прекращаются все эти икроноты, мы должны к этому вернуться и вспоминать те моменты, которые были. А те из нас, которые еще не пережили этого, надо очень быстро задуматься. Мы какие-то времена тут видим, что не знаем, что и кому сколько осталось. И важно, очень важно просто долбить уже не то, что Бог стоит и стучит, Он, наверное, долго стучал. Если не было этого переживания, личного откровения, мы должны стремиться к этому. А кто есть и все хорошо, он чувствует, что все хорошо, он должен получать новые откровения. Новые откровения, новую премудрость, стоять больше призвания. Всегда есть какие-то процессы. Если год заканчивается прямой линией, я думаю, это проблема. Если нет новых откровений, нет новых функций, мы всегда должны стремиться, как говорится, и кайфовать от этого. Вера – это очень-очень, как бы, очень мерагеш. Как? Так, да. Это не скучно. Вера не может быть скучной. Это невозможно просто. И даже если тяжело, и тяжело. Всем тяжело. Но через это тяжело можно много чему научиться. И давайте об этом помолимся чуть-чуть. И может, если у вас там в мыслях кто-то вскакивает из родственников или близких, что... Да, отошли или еще не пришли, тоже можно помолиться. Так давайте встанем, помолимся. Слава Тебе, наш Царь и Бог, великий Господи, мы преклоняемся пред Тобой, Господи, в этом доме, который Ты создал, Боже Господь, и это Твой день, особенный день, и я думаю, это день откровений Твоих, Боже, приближения к Тебе, Адона Шаббат, Ты Ишуа, Адона Шаббат. И мы хотим, Господи Боже, функционировать так, как Ты хочешь видеть, и мы просим, Господи Боже, о зляне Духа Святого, обновлении, Господи Боже, о Шивену Адунаеве, Нашува Адон. Мы знаем, что это немножко хитро сказано, но мы очень нуждаемся, Господи, иногда мы не можем сами прийти. Нам нужно какой-то ницоц в нашей жизни, Господь. Мы просим Тебя, обнови нас, Господь, наше призвание, Господь, даруй нам дух мудрости, дух откровения на каждый дневный жизнь, Господь, чтобы мы были полезны Царству Твоему, Господь. Мы просим за тех людей, которые, Господь, мы их уже не видим давно, Господь. Ты просто там проговори к ним. Не надо, чтобы они шли в собрание, в здание, Господь, но чтобы они сначала встретились с Тобой, Господи, и получили Твое откровение свыше и перестали быть необузданными, Господь. Мы просим и за нас, Господь, храни нас, Господь, от всякого рода зла, духовного, душевного, физического, все, что может оттянуть нас от Тебя, Господь. Мы просим за родных и за близких, Боже, там, где они сейчас находятся, в этот момент, Господь, и проговори к ним прямо сейчас, Господи, во имя Иешуа, Господь. Мы используем ту власть, которая есть у нас, и Ты сказал, где двое согласятся просить о чем-либо, будет нам, Господь, и мы соглашаемся сейчас просить о тех людях, которые исчезли из Твоего Царства, Господь, Ты знаешь их не сердца, Ты знаешь их не души, Господь, коснись их сейчас, Боже, и молодежь, Господь, и
и не молодежь, всех, Господи Боже, коснись прямо сейчас, когда мы молимся и просим, Господь, и услышь те имена, которые, на которые мы сейчас молимся, Боже, Господь, и коснись Твоей великой силы, Боже, чтобы их аж прям трясануло, Господи Боже, чтобы они вернулись к Тебе, Господи, в первую очередь, Боже, Господь, и если есть воля Твоя, чтобы до здания дошли тоже, Господь, мы благословляем Тебя. Все в Твои руки мы отдаем, мы хотим быть верны Тебе, Господь, плодотворны, Господь, мы просим Тебя, помоги нам избавиться от всего ненужного, Господь, вещи, которые мы сами себя ввели, Господь, и, может, страдаем от этого, по милости Твоей, Господь, избавь нас, Господь. Мы благословляем Тебя и ставим Тебя на Твое место, на Твой трон, Господь. Смиряемся пред Тобой, наш Царь и Бог, во имя Иешуа Машиаха, аминь.